Внимание любителям футбола! Национальная футбольная лига напоминает, что введен запрет на использование на стадионе во время футбольных матчей каких-либо предметов, которые могут быть использованы для нарушения общественного порядка, включая любые виды бутылок. В настоящее время при проведении матчей участились случаи бросания зрителями различных предметов на футбольное поле, что создает угрозу здоровью участников матча, среди которых и маленькие дети, подающие мячи. Указанные нарушения становятся возможными в результате ненадлежащего обеспечения безопасности со стороны сотрудников правоохранительных органов и футбольных клубов. Учитывая большой опыт ФИФА и УЕФА в вопросах обеспечения безопасности, во время проведения крупнейших международных соревнований Федерации футбола Казахстана введен запрет на использование на стадионе во время футбольных матчей каких-либо предметов, которые могут быть использованы для нарушения общественного порядка, включая любые виды бутылок.